Сегодняшняя тема. На дом артиста смотри в галерее. Свой замок в бирюзовых тонах Сергей Пенкин строил 6 лет. Изначально артист хотел иметь дом в форме летающей тарелки, но архитекторы запретили ему это делать, сказав, что подобное строение не выживет в русском климате. Трехэтажный особняк Пенкина выглядит внушительно. Интерьер дома не менее впечатляющий. На первом этаже – гостиная с красным диваном и камином со стразами. На втором и третьем – спальни. Их в доме всего 5. Хозяйская спальня также выполнена в красных тонах. «Я люблю красный цвет», – признавался Сергей Пенкин в программе «Секрет на миллион», показывая свои владения. В роскошном доме артиста помимо красного цвета много позолоты, мраморных скульптур. Потолок дома украшает 4-метровая люстра. На полу – итальянская плитка с инициалами певца. В замке также есть сигарная комната, библиотека, концертный зал, бассейн с подсветкой и фонтаном. Этим летом в доме Сергея Пенкина случилась трагедия, цокольный этаж дома затопило. Артист в экстренном режиме спасал дорогую технику и костюмы. Ущерб от потопа был колоссальным, к несчастью артиста, дом не застрахован, поэтому компенсацию за свои потери он не получил. Еще читай. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.